18 июня. Памятная дата военной истории России. 18 июня 1855 года. Отбит штурм Севастополя. После 9 месяцев осады и двухдневной бомбардировки французы и англичане бросились на штурм Севастополя. На Малаховом кургане русские встретили интервентов убийственным огнем. Осажденные защитники Севастополя выдержали 6 атак. Вражеский штурм закончился полным провалом. Захватчики отошли, потеряв тысячи человек.